Доброе утро всем. Рита, привет. Лабрит висте. Прексис редзет. Слава Богу за каждого человека. Палдейс Девам пар катру цилвеку. За каждым человеком стоит душа. Айз катру цилвеку став ши двесель. За каждым человеком есть личность. Айз катру цилвеку ир ши персони. Каждый человек проходит свой путь. Un katrs cilvēks ieca savu ceļu. С Богом. Ar Dievu. Или кто-то без Бога. Vai kāds var būt bez Dieva. Каждый человек – это что-то особенное. Katrs cilvēks – tas ir kaut kas īpašs. Каждому человеку нужен свой подход. Katram cilvēkam ir vajadzīgs savu pieeju. Правда. Pareizi. Поэтому Бог умирал за каждого. Bet Jēzus nomir dēļ katra. Да, Jēzus, да, правильно. Вот, и мы начали с вами большую тему. Un mēs ar jums esam sākuši lielu tēmu. Evangelija Nova Zaveta. Jaunās derības evaņģēlija. И я продолжаю эту тему. Un es turpinu šo tēmu. Вот, в прошлый раз мы с вами говорили, что Бог дал власть верующим людям. Pagājušajā reizē mēs runājam, ka Dievs ir devis varu ticīgiem cilvēkiem. Сегодня я хочу говорить о новом. Šodien gribu par kādu citu lietu runāt. О новом, par jaunu. Gribu runāt par jaunu. Приближается Новый год. Tuvojas jaunais gads. Да, и мы все ожидаем что-то нового, правда? Un mēs visi ceram sagaidīt kaut ko Мы желаем jaunu. Нового. Mēs gaidām kaut ko jaunu. Да, но новые только цены. Bet jaunas ir tikai cenas. Которые растут. Kas aug. И мало что нового приходит. Un maz kā jauna atnāk. Да, но знаете, вчера мне Бог дал слово. Bet ziniet, vakar Dievs man deva vārdu. О том, что этот год будет для многих что-то будет новое. Dievs man ir devis vārdu, ka šajā gadā, nākošajā, kas būs, Ieslēdz, lūdzu, Dievs daudziem dos kaut ko jaunu. Да, Бог будет творить в этом году что-то новое у многих людей. Dievs darīs kādas jaunas lietas cilvēku dzīvēs. Бог дает людям новый завет. Dievs ir devis cilvēkiem jauno derību. Бог дает новым людям новую жизнь. Dievs dod cilvēkiem jaunu dzīvi. Новое сердце. Jaunu sirdi. Новую семью. Jaunu ģimeni. То есть церковь. Jauna ģimene tā ir draudz. Иногда Бог даёт новые органы. Dažreiz Dievs dod jaunus orgānus. Новую работу. Jaunu darbu. Бог даёт что-то новое. Dievs dod mums kaut ko jaunu. Знаете, почему Бог даёт новое? Un ziniet, kāpēc Dievs dod jaunu? Потому что новое лучше. Tāpēc, ka jauns ir labāks. Правда? Pareizi. Мы все хотим новое, потому что новое лучше. Mēs vienmēr gribam kaut ko jaunāku, jo jaunais ir labāks. И в этом году Бог приготовил что-то новое. Un šajā gadā Dievs mums ir sagatavojis kaut ko jaunu. Но новое... Bet jauns... Это не значит, что это будет легче. Jauns nenozīmē, ka tas būs vieglāk. Смотрите. Новое... Скорее, это лучше. Jaunais, tas ir labāks. Но это не значит, что это будет легче. Bet tas nenozīmē, ka tas būs vieglāk. Согласны? Jūs piekrītat? Знаете, в 2009 году я покаялся. Ziniet, 2009. gadā es nožēloju grēku. И первую книгу в Библии, которую я прочитал, это была книга Откровения. Un pirmā grāmata, ko es izlasīju Bībelē, bija Atklāsmes grāmata. И я подумал. Un es nodomāju. Приближается какой-то кошмар. Ka tūlēs kaut kāds murks. И меня книга Откровения заставила поверить, что будет только хуже. Un Atklāsmes grāmata mani piespied noticēt, ka būs tikai sliktāk. Этот мир катится куда-то в яму куда-то вообще. Ши пасаула велес уз лею, какая-то бедра. Вы согласны? Jūs piekrītat? Этот мир катится в яму. Ka ши пасаула, шай пасаула viens mērķis. И жизнь не становится лучше. Un dzīve nekļūst labāka. Знаете, многие технологи что-то изобретают сегодня. Ziniet, daudzi kaut ko izgudro. У кого дома e-робот есть? Kamā Пылесос. E-robots. У нас нет. У меня есть. Хорошо. Это хорошая штука. Да, лаба лето. Она как бы много времени нам, ну, как бы да, экономит, да. Отвегло дзиви, он очень. Да. Но в нашей душе от этого не легче. Bet mūs dvēselē no tā nav vieglāk. У кого стиральная машина дома есть? Kam ir veļas mašīna? Без этого трудно жить вообще, правда? Bet tā ir grūti dzīvot, vai ne? Но душе от этого легче не становится. Bet dvēselē no tā vieglāk nepaliek. Все равно мы живем, ну не мы, я имею в виду образно мы, в страхах. Vienalga mēs dzīvojam savās bailēs. В депрессиях. Varbūt depresijā. В обидах. Varbūt aizvainojumos. В каких-то своих размышлениях. Savās pārdomās. То есть люди много что изобретают.
Cilvēki daudz ko izgudro. Чтобы жизнь была легче. Lai it kā padarītu dzīvi vieglāku. И вот это хорошее слово «it kā». Šis labs vārds «it kā». Как будто становится легче. Šķietami kļūst labāk. Но на самом деле, bet patiesībā, без Бога, без Dieva, без внутреннего, внутренней гармонии внутри себя, без mūsu iekšējās harmonijas, лучше не становится. Labāk nekļūst. Все равно, ты, вот, я помню, как мы радовались стиральной машине, когда я был подростком. Es atceros, kad es biju pusauds un to prieku, kā mēs ģimenē priecājāmies. Нам подарили ее. Veļas mašīna. А как была мама рада. Un kā mama priecājās. Но душа все равно не была наполнена. Bet dvēsele vienalga bija nepiepildīta. Правильно? Pareizi. Поэтому наша душа Tāpēc mūsu dvēsele может заполнить только Бог. Mūsu dvēsele var piepildīt tikai Dievs. И приближается Новый год. Un tuvojas jaunais gads. Бог дает новое. Dievs dod jaunu. Но не всегда новое будет легче. Bet nevienmēr jaunais būs vieglāks. Может быть, вы помните, может быть, нет. Два года назад я сказал. Varbūt jūs atceraties, varbūt jau nē, bet divus gadus atpakaļ es teicu. Что 2021 год будет очень тяжелым. Ka 2021 gads būs ļoti grūts. И я не знаю, как он прошел для вас. Es nezinu, kā tas pagāja jums. Для меня нормально он прошел. Man tas bija puslīdz normāli. Ну, то есть нормально. Я... Nā, normāli. Ну, жил и жил и... Es dzīvoju un dzīvoju. Голодный не был, слава Богу. Un paldies Dievam, man nebija trūkums. Es necietu trūkumu. Денег в машину было даже бензин налить. Bija pat naudas, ko degvielu ieliet mašīnā. Но когда я, знаете, вот где-то Бог был в моей жизни где-то на втором или на третьем плане. Bet... В моей жизни. Был? Да. И когда был? Un tad, в те моменты. Un tajos brīžos, kad Dievs manā dzīvē ir bijis otrajā vai trešajā plānā. Я, знаете, падал в какую-то депрессию. Es kritu kaut kādā tā depresijā. И я понимаю людей, которые живут в депрессии. Un es saprotu tos cilvēkus, kas dzīvo depresijā. Я думаю, что мы многие понимаем это. Es domāju, ka mēs daudz saprotam, kā Когда Бог в нашей жизни не на правильном месте. Kad Dievs mūsu dzīvē nav pareizajā vietā. Я жил без Христа и думал, что так хорошо. Es dzīvoju bez Kristus un domāju, ka tā ir labi. Я отдал свою жизнь Богу. Un es atdevu savu dzīvi Dievam. Стало лучше. Un kļuva labāk. Я не сказал, что легче. Es nesaku, ka kļuva vieglāk. Я сказал лучше. Ka kļuva labāk. Потому что иногда бывает даже тяжелее жить с Богом, чем без Бога. Jūs ziniet, dažreiz pat ir grūtāk dzīvot ar Dievu nekā bez Dieva. Потому что, во-первых, ты везде был своим. Jo, piemēram, agrāk tu vienmēr visur biji savējais. А сейчас ты белая ворона. Bet tagad tu esi kaut kāds baltā vārna. Конечно, я научился уже жить с таким пониманием, я белая ворона, и мне нормально с этим. Protams, es tagad dzīvoju tādu izpratni, ka jā, es esmu varbūt baltā vārna, bet man ir ar to labi. Но людям, которые это проходят сейчас, им тяжело. Bet cilvēki, kas iet caur tam tagad, viņiem ir grūti. Знаете, чтобы получить что-то новое, Ziniet, lai saņemt kaut ko jaunu, нужно оставить старое. Ir jāatstāj vecais. Чтобы получить новую жизнь с Богом, lai saņemtu jaunu dzīvi ar Dievu, мне нужно оставить старую жизнь. Man ir jāatstāj savu vecā dzīvi. Согласны? Piekrītat? Чтобы получить новую работу, lai saņemtu jaunu darbu, мне нужно оставить старую работу. Man ir jāatstāj mans vecais darbs. Чтобы получить новые привычки, lai saņemtu iegūt jaunus ieradumus, мне нужно оставить старые привычки. Man ir jāatstāj vecie ieradumi. Вот с Богом так работает. Tā tas strādā arī ar Dievu. Если ты хочешь жить с Богом по-настоящему, ja tu gribi pa-īstam dzīvot ar Dievu, надо оставить старую жизнь. Ir jāatstāj vecā dzīve. Иногда нужно оставить старые обиды. Ir dažreiz jāatstāj savu aizvainojumu. Дорогие, оставьте обиды в этом году. Dārgi, atstājiet savus aizvainojumus šajā gadā. Входите в Новый год с чем-то с новым. Ieiet jaunajā gadā ar kaut ko jaunu. Оставьте это старое. Отставьте то. Может быть, что-то не получилось в этом году. Varbūt šajā gadā kaut kas nav īsti izdevies. Оставьте это. Отставьте. Входите в Новый год. Ieiet šajā jaunajā gadā. С новыми мечтами. Ar jauniem sapņiem. С новыми желаниями. Ar jauniem. С новыми победами. Ar jaunām vēlēšanos, ar jaunām uzvarām. Сегодня я с вами посмотрю одну историю в Библии. Šodien skatīsimies Bībelē kādu stāstu. Книга Рухи. Рутас. Рутас. Рутас грам. Тут есть у меня, там можно сзади читать, если что. Я. Yeah. Книга Руфь. Одна женщина, моавитянка. Кад сиевета. Перим Самуэл. Mm-hmm. С первого по восьмой стих.
Rūtas grāmata, pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa no 1. līdz 8. pantam. Soģu valdības laikā zemē izcēlās bats. Kāds vīrs no Jūdas Bētlēmes gāja, lai apmestos Mauba zemē. Viņš pats, viņa sievu un abi viņa dēli. Šī vīra vārds bija Elimelehs, un viņa sieva vārdā bija Naomija. Un viņa abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons. Un viņi bija efratieši no Jūdas Bētlēmes. Viņi nonāca Mauba zemē un tur palika. Elimelehs, Naomijas vīrs, nomira, un viņa palika ar saviem abiem dēliem. Tie ņēma sev moābiešu sievas. Vienas vārds bija Orpa, otrs vārds bija Rute. Viņi dzīvoja kādus 10 gadus. Tad abi nomira, Mahlons un Kiljons. Tā šī sieva palika viena pēc abu dēlu un vīru nāvis. Nu viņa kopā ar savam vadeklām posās atgriezties atpakaļ Mauba zemē, jo viņa bija tur dzirdējusi, ka tas kungs esot labvēlīgi uzlūkojis savu tautu, dodams tai maizi. Viņa kopā ar savām vedeklām atstāja vietu, kur viņa bija, un gāja atpakaļ uz Jūdas zemi. Ceļā Naomija sacīja abām savām vedeklām. Ejiet, atgriezieties atpakaļ katra savas mātes mājā, un tas kungs, lai parādi jums mīlestību, tāpat kā jūs esat to parādījušas man un abiem nelaiķiem. Simjā. Ģimene. Gdē es mūs, žinā i dvā sīna. Tātad ģimene, kur bija sieva, vīrs un divi dēli. И в первом стихе написано, что пришёл голод на Израиль, на землю израильскую. Un šajā pirmajā pantā ir rakstīts, ka пришёл голод. Izcēlās bats. Кто из вас когда-то голодал? Kurš no jums kādreiz ir ciets bats? Голод тяжёлая штука, правда? Bats tā ir sarežģīta lieta. Во время голода крыша едет. Un tad, kad cilvēks ir badā, tad brauc jumts. Да, во время голода человек может падать в обморок. Cilvēks var krist ģībonī. Вообще голод это что-то ужасное. Bats tas ir kaut kas šausmīgs. И вот пришёл голод. Un lūk, atnāca šis bats. И муж, папа в семье, глава решил, нужно пойти на моавитские земли. Un tad šis ģimenes galva, šis vīrs izlēma, ka ir jāiet uz Moab zemi. И что случилось? Un kas notiek? Дети поженились на язычницах. Šie bērni apprecējās ar pagānu sievietēm. Они прожили 10 лет там. Un viņi šajā zemē nodzīvoja 10 gadus. И умерли, два сына умерло. Un divi dēli nomira. Потом умер муж. Un vīrs nomira. Осталось три женщины. Palika trīs sievietes. И мама была очень печальна, Ноэминь. Un Наумия, viņa bija ļoti bēdīga. Ну, представляете, да? Jūs iedomājaties. В Израиле потерял свой дом. Kad Izraēlā tu esi zaudējis savu māju. Здесь ты потерял своих детей. Kad šajā zemē tu zaudēji savus bērnus. Потеряла мужа. Zaudēji savu vīru. Короче, всё плохо. Un viss ir slikti. Да, и давайте прочитаем дальше. Un lasīsim 15-16 stih. 15-16 pants. Tad tā viņai sacīja, lūk, tava svaina ir atgriezusies pie savas tautas un saviem dieviem. Seko arī tu savai svainai. Bet Rūte atbildēja. Nespied mani tevi atstāt un ne no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Да. И это Наоминь, мама, говорит одной невестке. Un šī Наомия, viņa saka vienai no tām... Иди вернись к своему народу. No tām sievietēm. Ej, atgriezies pie savas tautas. И главное, она говорит, иди к своим богам вернись. Un viņa saka, ej, tur pie saviem dieviem atgriezies. Но была вторая, Руфь. Bet bija otra, Rute. Которая поняла. Kura saprata. Что Бог есть один. Ka ir viens Dievs. И это Ноэминь, это твой Бог, Бог Израиля. Un tas bija Izraels Dievs, Наомия Dievs. И она поняла, что возвращаться. Un viņa saprata, ka atgriezties. Это будет неправильно. Ka nebūs pareizi. Знаете, когда мы хотим получить что-то новое. Ziniet, tad, kad mēs gribam saņemt kaut ko jaunu. Мы должны смотреть только вперед. Mums ir jāskatās tikai uz priekšu. Не возвращаться. Un neatgriezties atpakaļ. И Руфь. Un Rute. Она не вернулась. Viņa neatgriezās. Она пошла в неизвестность. Viņa aizgāja tur uz nezināmu. Ну, представляете, две женщины. Iedomājieties, divas sievietes. И они обе вдовы. Un viņas abas ir atraitnes. Но они поняли, что возвращаться это неправильно. Bet viņi saprata, ka atgriezties tas nebūs pareizi. И Руфь пошла в неизвестность. Un Rute, viņa devās šajā nezināmajā. Возможно, в этом году.
Ļoti iespējams šajā gadā. Бог вас поведёт в неизвестность. Dievs jūs vedīs nezināmajā. Я сегодня думаю, что сегодня пророческое слово. Es domāju, ka šis ir pravietisks vārds. Бог поведёт вас в неизвестность. Dievs vēlas jūs vest nezināmajā. Новое это не значит легко. Jauns nenozīmē, ka tas būs viegls. Но новое лучше. Bet jauns nozīmē, ka tas būs labāks. И Рут пошла в Израиль. Un Rute aizgāja uz Izraeli. Она последовала за своей, тёщей, или как она называется, Ноэми. Viņa sekoja savai vīra mātei, Наоми. Давайте прочитаем 2 глава. Lasīsim tālāk 2. nodaļu. Со 2 по 7 стих. No 2. līdz 7. pantam. Un Moabiete Rute sacīja Naomijai: Es iešu tīrumā lasīt vārpas tās aizmugurē, kā acīs es atradīšu labvēlību. Un tā atbildēja viņai: Ej, mana meita. Tā viņa devās ceļā un gāja un lasīja vārpas tīrumā pļāvēju aizmugurē. Viņai gadījās nokļūt tīruma daļā, kas piederēja Boasam un Elimeleha dzimtas. Un redzi, Boas nāca no Bētlēms un sacīja pļāvējam: Tas kungs lai ir ar jums, un tie atbildēja: Tas kungs lai tevi svētī. Tad Boas jautāja puisim, kas iecels par uzraugu pļāvējiem: Kam pieder šī meita? Un puisis, kas bija iecelts par uzraugu pļāvējiem, atbildēja un sacīja: Tā ir kāda jauna Moabiete, kas atnākus līdz Naomijai no Moabu zemes. Viņa teica: Lūdzu, ļauj man lasīt un paņemt vārpas starp labības kūlīšiem pļāvēja aizmugurē. Tā viņa atnāca un ir patstāvīgi šeit no agra rīta līdz šim laikam, bez kāda atpūtas brīža. Ruš mnogo rabotala. Rūta daudz strādāja. Interesno, što ona mnogo rabotala, no получала очень мало. Viņi ļoti daudz strādā, bet saņem ļoti maz. Возможно, в нашей жизни будет год. Varbūt mūsu dzīvēs būs gads. Мы будем много работать. Kad mēs ļoti pūlēsimies, daudz strādāsim. Мы будем мало получать. Bet maz saņemsim. Рут много работала. Рута daudz strādāja. И мало получала. Un maz saņēma. Мы прочитали это, да? Mēs izlasījām. Она собирала остатки. Viņa lasīja tās kritušās vārpiņas. Было легко? Vai tas bija viegli? Нет, было тяжело. Nē, tas bija grūti. Кому сегодня легко? Kam tagad ir viegli? Ну, мало кому легко, скажем так. Maz kam ir viegli. Да. И Руфь Un Rute приняла решение. Viņa pieņēma lēmumu. Служить своей тёще Ноаминь. Viņa pieņēma lēmumu kalpot savai šī vīra mātei. И в 16 стихе я не сказал, но тут написано. Un 16. pantā ir rakstīts. Она приняла решение, смотрите, что твой Бог будет моим Богом. Последнее самое. Tavs Dievs būs mans Dievs. Она приняла решение. Viņa pieņēma šo lēmumu. Принять Бога Израиля. Pieņem šo Izraēla Dievu. Верить в Бога Израиля. Ticēt šim Izraēla Dievam. Знаете, за каждым за Руфью стоял Бог. Ziniet, aiz viņas stāvēja Dievs. Да, было тяжело. Jā, bija grūti. Но за ней стоял Бог. Bet viņai aiz muguras bija tas. Возможно, этот год будет тяжёлым. Varbūt šis gads būs grūts. Но поверь. Bet tici. Знай. Zini. За тобой стоит Бог. Kad aiz tevi stāv tas kungs. Услышь сейчас. Sadzird. Может быть, будет тяжело. Varbūt būs grūti. Но за тобой стоит Бог. Bet aiz tevi stāv kungs. Возможно, ты будешь много работать. Varbūt tu daudz strādās. Мало получать. Maz saņemsi. Но за тобой стоит Бог. Bet aiz tevi stāv tas kungs. И мы с вами прочитаем итог Руфи. Un tad mēs tagad izlasīsim, kā beidzās šis stāsts. Возможно, будет тяжело, но итог будет хороший. Varbūt būs grūti kādu brīdi, bet pēc tam beigas būs labas. То есть сейчас мы прочитали с вами, что Руфи было нелегко. Mēs tagad izlasījām, ka Rutei nebija viegli. То есть первое. Pirmais. Руфи было нелегко. Viņai nebija viegli. Давайте 2:12. Tālāk 2:12. Tas kungs lai atmaksā tev par tavu labo darbu un tava alga lai ir pilnīga no viņa Izraēla Dieva zem kuras pārņem tu esi nākus meklēt patvērumu. И написано, что Господь воздаст ей за дело её. Tur ir rakstīts, ka tas kungs lai atmaksā tev par tev tavu labo darbu. То, что ты будешь делать в этом году. Tas, ko tu darīsi šajā gadā. Господь тебе воздаст. Kad tas kungs tev atmaksās. Atmaksās, заплатит. Atmaksās. Да. Но что нужно было делать Руфе? Bet kas viņai bija jādara? Второе. Otrais. Быть верной. Būt uzticīgai. Быть верной. Būt uzticīgai. Знаете, сегодня так мало верности в мире. Ziniet, šodien ir tik maz uzticības. Бог ценит верность. Tas kungs ciena
uzticība. Знаете, легко психануть, все бросить и уйти. Ziniet, ir viegli vienkārši sapsihoties, visu pamest un aiziet. На работе начальник достал. Piemēram, darbā ir apnicis priekšnieks. Все, пишу iesniegums, ухожу. Достало все. Rakstu atlūgumu, aizeju. Правда? Vai ne? Легко бросить и уйти. Ir viegli pamest un aiziet. Но Бог любит верность. Bet tam kungam patīk uzticība. Будь верным человеком. Esi uzticīgs. Верным мужем, женой. Esi uzticīgs vīrs, sieva. Верным членом церкви. Uzticīgs draudzes loceklis. Верный на работе. Uzticīgs darbā. Будь верным человеком. Esi uzticīgs. И Бог воздаст. Un tas kungs tev atmaksās. Помните стих, где Иисус говорит: верный и добрый раб. Atcerieties pantu, kur Dievs saka, tu labais un pazemīgais kalps. Uzticīgais. Иисус как бы подчеркивает, что верность – это одно из качеств, которое ему нравится. Jēzus it kā pasvītro, ka šī uzticība ir tāda īpašība, kas viņam patīk. Bet, второе – верный. Otrais – uzticīgs. Третье. Давайте, третья глава. Trešajā nodaļā. С 1. по 5. стих. No 1. līdz 5. pantim. Tad Naomija, viņas vīra māte, viņai sacīja, mana meita, vai es, vai, lai es nemeklēju tev vietu, kur tev labāk klāsies, un vai Boaz, pie kura kalpiem tu esi bijusi, nav mūsu radinieks, lūk, šonakt viņš vētīs miežus piedarbā. Tādēļ mazgājies un svaidies uzvelc savas labās drēbes un noj uz piedarbu, bet nerādies tam vīram, pirms viņš nav pabeidzis ēst un dzert. Bet, kad viņš apgulsies, ievēro to vietu, kur viņš guļ, tad ej pacel to segu no viņa kāju galiem, noklāj to tiem līdzās un apgulsies uz tās. Tad viņš tev teiks, kas tev jādara. Смотрите, кто сказал Руфи делать так и так? Kurš teica Rutei darīt tā un tā? Тут не сказал Бог. To neteica Dievs. Тут сказала Наоминь, теща. To viņai pateica Наоми. Человек. Cilvēks. Сказал, делай так и так. Человекс потец дари там. И у тебя будет успех. Он тебе будет панаку. И что она сделала? Сделали? Она послушалась. Меня поклялся. Она послушалась свою тещу. Меня поклялся. Свекровь. Спасибо. Свекровь послушалась. Она послушалась свекровь. Меня поклялся еще сау вирма. И пятый стих написано. Он пятый, а панта рактить. Я все сделаю, как ты сказала. Меня тейца. Visu, ko tu saki, es darīšu. Поэтому третье. Быть послушным. Trešais, būt paklausīgam. Я это часто говорю. Es to saku ļoti bieži. Просто будь послушным Vienkārši человеком. Vienkārši esi paklausīgs. Вот знаете, тут как бы не сказал Бог. Тут, как Un бы, шо пат нетеж Dievs. Человек сказал. Шо vienkārši pateica cilvēks. Но за этой ситуацией был Бог. Bet aiz šīs situācijas bija tas kungs. За этой ситуацией был Бог. Aiz šīs situācijas bija Dievs. Да. И Руф так сделала. Un Rūta teica, 3.11, davajte, 3.11. Tālāk, 3.11. Un tagad, mana meita, nebīsties, es darīšu tavā labā visu, ko vien tu prasīs, jo visos vārtos mani ļaudi zina, ka tu esi godīga sieva. Несмотря на то, что жизнь у Руфь была очень тяжелой. Un neskatoties uz to, ka viņas dzīve bija ļoti grūta. Весь город знал, visa pilsēta zināja, что она... Как там написано по-латышски? Какая женщина? Годига. Честная женщина. Виса пилсата зиная, виса ляут зиная, в русском языке написано добрая. Криоволода, та те же толку, это рактит слабо. То есть, как бы, смотрите, у тебя жизнь может быть тяжелая. Варбут тебе вир груд и дзиве. Тяжелый год. Груд с гад. А что люди видят? Бет ко рец цилвек. Что люди видят в тебе? Ко цилвек рец теви. Злой, недовольный. Неапмеренат сдусмейс. Ну, все плохо, Visi правительство slikti, плохое, valdība, slikta, начальник плохой, slikta, жена плохая, муж vīrs, плохой, sieva, дети slikti, достали, bērni rapukuši, все плохо. Visi ir slikti. Что видят люди? Ко рец цилвек. Тут написано, что люди видели. Ты рактис, ко цилвек рецей. Она честная. Ко виня ир годига. Или по-русски добрая. Vai krieviski laba. Продолжай быть честным или добрым. Turpini būt labsirdīgs vai godīgs. Даже когда трудно. Pat tad, kad ir grūti. Аминь. Amen. Продолжай быть честным и добрым, даже когда трудно. Turpini būt godīgs un labs, pat tad, kad ir grūti. Перестань роптать на жизнь.
Beidz pukstēt par dzīvi. Перестань быть недовольным всем. Beidz būt neapmierināts ar visu. Бог любит сердце, которое благодарное. Dievam, Dievs mīl pateicīgas sirdis. Бог любит сердце, которое доброе и честное. Dievs mīl sirdis, kas ir labas un godīgas. Поэтому четвёртое или пятое, какое здесь? Ceturtais vai piektais, kurš pierakst? Продолжай быть честным и добрым. Turpin būt godīgs un labs. Продолжай быть таким. Turpin Даже būt. Когда трудно. Pat atkad tev ir grūti. В этом году будет трудно, būs grūti, но продолжай быть честным. Bet turpin būt godīgs. Иногда честность – это платить налоги. Dažreiz būt godīgam nozīmē maksāt nodokļus. Честно ездить в автобусе не зайцем. Būt godīgam, tas varbūt arī Я удивляюсь, что некоторые верующие люди думают, что это нормально ездить зайцем. Это ненормально, это неправильно. Kristieši, ticīgi cilvēki, kas joprojām domā, ka braukt pa zaķi. Я когда был неверующим, знал, что это плохо. Es pat tad, kad biju neticīgs, domāju, ka tas nav okay. А сегодня верующие думают, что это okay зайцем ездить. Это неправильно. Šodien ticīgie cilvēki domā, ka tas ir normāli. Пройдись пешком, если нет денег. Ja tev nav naudas, tad ej ar kājām. Bet nebrauc pa zaķi. Можешь автостопом добираться. Vari ar stopiem aizbraukt. Поэтому будь честным. Esi godīgs. Последнее. Un pēdējais. 4. Глава. 4. 13. 14. Стих. 13. 14. Pants. Tā Boaz ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu, un viņš iegā pie viņas, un tas kungs deva viņai miesas augli, un viņa dzemdēja dēlu. Tad sievas sacīja Naomijai, slavēts lai tas kungs, kas nav licis, tev šodien palikt bez radinieka, lai viņa vārds to daudzināts Izrēlā. Все, да? Смотрите, Ваос был очень богатым человеком. Скажите, Боаз был очень богатым человеком. И Бог использовал его, чтобы помочь Руфе. Он Dievs izmantoja viņu, lai palīdzētu Rutei. Будет кто-то, būs kāds, который поможет вам. Kas jums palīdzēs. Несмотря на то, что вы получаете мало. Neskatoties uz to, ka jūs saņemat мало. Несмотря на то, что тяжело. Neskatoties uz to, ka jums grūti. Бог даст кого-то. Dievs iedos kādu. Или сам, не знаю. Vai pats. Но поможет. Bet kā būs jums par palīdzību? Поможет. Kāds jums palīdzēs? Просто оставайся добрым, верным, честным. Godīgs, uzticams. И давайте последние два стиха. Un pēdējie divi panti. 21 и 22 стих. 21 un 22. А? Да, там же, 21, последний самый. Салмонс? Да, да, да. Салмонс, Боса, Бос, Обеда, Обедс, Исайс, Bet Isais bija Dāvida tēvs. Смотрите, оказывается, Руфь. Redzat, izrādās, ka Rute. Она была прабабушкой Давида. Viņa bija vecmāmiņa Dāvida. Vecmāmiņa, да. Прабабушкой Давида, царя Давида. Viņa bija vecmāmiņa ķēniņam Dāvidam. Представляете, Давид. Iedomājieties, Dāvids. Прабабушка. Vecmāmiņa. И Руфь. Un Rute. Да, внучок. Un viņa noteikti sauca, jā, mazdēliņa. Maz dēliņ. Была лёгкая ли жизнь у Руфи? Vai viņai bija viegla dzīve? Нет. Nē. Но Бог её вознаградил. Bet tas kungs viņu atalgoja. И сегодня мы вообще говорим о ней. Неважно, короче, там. Суть понятна. Бог её вознаградил. Дома мы сапратам, ka Даже сегодня мы читаем о ней. Mēs lasam par viņu. Почему мы читаем о ней? Kāpēc mēs lasam par viņu? Потому что она была верная. Ja viņa bija uzticama. Послушная. Paklausīga. Добрая. Laipna. Трудолюбивая. Strādīga. Честная. Godīga. Несмотря на трудную жизнь. Neskatoties uz grūtu dzīvi. И у неё в итоге праправнук был Давид. Un viņai beigās viņas mazdēls, mazdēls bija Dāvids. А потом от Давида был Иисус. Un pēc tam no Dāvida jau bija tālāk Jēzus. Представляете, Бог использовал Руфь. Я думаю, это Dievs izmantoja Ruti. Чтобы родился Ruti. Иисус. Ruti. Lai piedzimtu Jēzus. Бог использовал трудную жизнь Руфь. Viņš izmantoja Rutes grūto dzīvi. Чтобы родился Иисус. Lai piedzimtu Jēzus. Ты никогда не знаешь, где, как Бог тебя может использовать. Tu nekad nezini, kā tas kungs var tevi izmantot. Просто оставайся быть верным, послушным, трудолюбивым, честным. Vienkārši paliec strādīgs, godīgs, uzticams. Novē u Rufi. Un Rutei šis jaunais. Bila lēgkim? Bija vieglas? Нет. Nē. Возможно, она могла вернуться к своему моавитскому, из моавитской семье. Varbūt viņa varēja atgriezties pie savas moabiešu ģimenes. Но это шаг назад. Bet tas ir solis atpakaļ. Ещё раз повторюсь.
Es vēlreiz atkārtošu. Novaja впереди. Ka jaunais ir priekšā. Лучшее впереди. Jaunais labākais. Не возвращайся, откуда ты пришёл. Atpakaļ no uz turien, да, там ты всё знаешь. Я, varbūt, tur tu visu там удобное пози. Место. Tur ir ērti. Там комфортное место. Tur ir ļoti ērti. Это знаете, как проработать 30 лет на заводе. Tas ir kā 30 gadus nostrādāt kādā rūpnīcā. И попробовать потом себя попробовать в бизнесе. Un pēc tam pamēģināt savus spēkus biznesā. Первый раз провалилась. Pirmo reizi tu izgāzies. И думаешь, ай, вернусь на завод, там уже я все знаю. Un tu domā, kad, ай, ja es izgāzos, atgriezīšos labāk rūpnīcā, tur es jau visu zinu. Bet nē, turpini iet uz priekšu. Впереди. Labākais ir priekšā. Сзади все знакомое. Aizmugurē viss ir jau zināms. Я хочу прочитать одну историю. Es vēlos izlasīt kādu stāstu. Здесь ее нету. Сегодня мне пришло на сердце она. Es vēlos, šeit viņas nav, bet Marka 10. Глава. Marka 10. Nodaļa. Про Вартимея. Par 10. Глава 46. Стих. 10:46. Tā, 10. Nodaļa, 46. Pāns. Был один... мы не будем читать своими словами. Un mēs nelasīsim tikai saviem vārdiem. Был один человек, его звали Вартимей. Bija kāds vārds Bartimejs. И он сидел у дороги. Viņš sēdēja ceļa malā. И он был слепой. Un viņš bija akls. И он услышал, как идет Иисус. Un viņš sadzirdēja, kā iet, ka nāk Jēzus. И он просил милостыню. Un viņš lūdza... Ziedojum kaut kādu. Да, он просил денег просто, чтобы покушать. Viņš lūdz kaut ko, lai viņam iedod. Тяжелая жизнь у Вартимея. Viņam grūta dzīve. И каждый день. Un katru dienu. Он приходил и садился, или там приносили в одно место. Viņš vai tur nāc, vai viņu atnesa vienā vietā. Ты уже знаешь. Tu jau zini. Сколько людей пройдет. Cik cilvēku tur ies garām. Ты уже знаешь это место. Tu zini šo vietu. Ты уже все знаешь. Tu visu zini. В 47 стихе написано. Bet 46. Pantā rakstīts. 47. 47. Rakstīts. Услышал, что идет Иисус. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus. Он услышал. Viņš izdzirdēja. Он услышал. Viņš izdzirdēja. Почему он услышал? Kāpēc viņš dzirdēja? Потому что он был слепой. Jo viņš bija akls. Он не мог видеть. Viņš to nevarēja redzēt. Знаете, нам нужно хотя бы услышать. Ziniet, mums vismaz ir jāsadzird. Если мы не видим, pat ja mēs neredzam, хотя бы услышать, vienkārši sadzirdēt, что Иисус есть в нашей жизни. Ka Jēzus ir mūsu dzīvē. Если ты не видишь Иисуса в своей жизни, ja tu neredzi Jēzu, хотя бы услышь сейчас, vismaz sadzirdi, Иисус есть в твоей жизни. Ka Jēzus ir tavā dzīvē. Иисус недалеко. Ka Jēzus nav tālu. И что сделал Вартимей? Un ko izdarīja Bartimejs? Он начал кричать. Viņš sāk saukt. 47. Стих. 47. Кричать и говорить: Иисус, помилуй меня. Viņš сауца Jēzu, tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Кричать. Viņš сауца. Когда трудно, дорогие. Kad ir grūti, dārgie. Кричите. Sauciet. Кричите Господу. Sauciet uz to kungu. Знаете, когда мне было трудно, я ходил на море и кричал. Ziniet, kad man bija grūti, es gāju uz jūru un tur kliedzu un sauca. Там никого не было. Tur nav neviena. И ты идёшь. Un tu ej. Иисус! Un tu vari Почему saukt? Так? Помоги и спаси. Tā? Palīdz, glāb. Кричите, дорогие. Sauciet uz to kungu. Люди начали говорить: "Да успокойся ты". Cilvēki sāk viņu tur nomierināt. Возможно, кто-то тебя будет успокаивать, скажет: "Да нормально, живёшь в своей берлоге и живи там". Varbūt kāds tev arī tā teiks, kad: "Ai, nu, viss taču ir normāli, turpini, kā dzīvo, tā dzīvo". Если ты слепой, ну и умрёшь слепым, ничего страшного. Ja tu esi akls, nu nomirs arī tu akls. Tas Но Вартимей не согласился с этим. Bet Bartimejs, viņš nepiekrīt. Он не хотел быть слепым. Viņš negribēja būt akls. И знаете, что интересно, что Иисус его спрашивает? Tālāk Jēzus viņam jautā. 51. Стих. 51. Pantā. Чего ты хочешь? Viņš jautā, ko tu gribi, lai es tev daru? Что ты хочешь? Ko tu gribi? Знаете, он просил милостыню. Ziniet, Bartimejs sākumā lūdz pēc kaut kāda žēles. И Вартимей мог сказать: "Ну, Иисус, дай денюшек". Nu, varēja palūgt, nu, lai iedod naudiņu. Дай денюшек. Naudiņu. Знаете, деньги не решают все в этой жизни. Ziniet, nauda neatrisina visu. Возможно, у тебя нету денег. Varbūt tev nav naudas. Но поверь, не все решают деньги. Bet tici, ka Тицы манка на виса, ка науда не отрисит. Деньги важная часть, никто не спорит с этим. Протамс науда льет сварик даль. Но не все решают деньги. Бета науда не отрисит на вису. И этот слепой говорит. Он шис аклай сака. Я хочу видеть. Винш сака. Я хочу видеть. Раби, рабуни, эс... 51 стих. Кай свару редзет. Я хочу видеть. Знаете, что мы просим у Иисуса? Ko mēs lūdzam Jēzum? Мы можем просить вот эту милостыню. Mēs varam lūgt Jēzum šo naudiņu. Ziedojums. Šo ziedojumiņu. Или мы можем просить: "Господи, хочу видеть тебя и слышать тебя".
Vai arī gribu redzēt un dzirdēt tevi. В новом периоде, в новом сезоне. Jaunajā šajā gadā, jaunajā Помните, периодā. Соломон, он не просил денег и богатства, он просил мудрости. Atcerieties, pats Salamons, viņš nelūdz pēc naudas un bagātības, viņš lūdz pēc gudrības. И поэтому, если вы спрашиваете, а чего ты хочешь? Tāpēc, ja es jautāju, ko tu gribi? Дорогие, а что вы хотите от Господа? Дорогие, ko jūs gribat no tā kunga? Возможно, и ничего. Varbūt arī neko. Да, поэтому Бог дал ему новые глаза. Tāpēc tas kungs viņam deva jaunas acis. Чтобы видеть. Lai redzētu. Мы сегодня говорим о новом. Mēs šodien runājam par jaunu. Бог дает новое. Dievs iedod jaunu. Бог делает новое. Tas kungs dara jaunu. Будьте готовы. Esiet gatavi. К новому в своей жизни. Esiet gatavi jaunam jūsu dzīvēs. Ну, имея глаза, чтобы заметить, что это новое пришло. Bet atver savas acis, lai tu pamanītu, ka šis jaunais atnācis. Давайте еще пару мест писаний. Коринфянам. Коринфянам. Второе Коринфянам. Второе? Да. Otrā vēstule Korintiešiem. Пятая глава. Piektā nodaļa. 15. 17. Стих. 15. 17. Pants. Tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvotu vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas. Un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Что мы здесь видим? Ko mēs šeit redzam? Во-первых, тот, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Tātad, pirmkārt, tas, kas ir Kristu, Jēzu, ir jauns radījums. Ты не исправленный, не изремонтированный, ты новое. Tu neesi salabots, uzlabots vai kaut kāds tur kļūdas labojums. Tu esi jauns. Знаете, когда рождается ребенок, tad, kad piedzimst bērns, мы его учим. Mēs viņu mācam. И вот то же самое с нами. Un tāpat ir ar mums. Когда мы покаялись, tad mēs nožēlojam grēkus. Бог учит нас. Dievs mums māca. Учит, как правильно жить. Kā mums māc, Потому kā что мы не знали, как правильно jo жить. Mēs nezinām, kā pareizi dzīvot. Иногда новое тяжелее, потому что по-старому удобней. Un, ziniet, jaunais dažreiz ir grūtāks, jo pa vecam bija pierastāk un ērtāk. Правильно? Иногда новое тяжелее. Ar jauno dažreiz ir grūtāk. Например, читать Библию каждый день. Piemēram, lasīt Bībeli katru dienu. Раньше я вообще не читал. Agrāk es vispār nelasīju. А сегодня нужно читать. Bet шодень ir jālasa. Раньше я не постился. Agrāk es negavēju. А сегодня надо поститься. Bet šodien ir jāgavē. Кому-то, конечно, легче. Кādам varbūt ir vieglāk. Поститься. Ну, мне gavēt. Тяжело поститься. Bet man gavēt ir grūti. У нас, я напоминаю, в январе будет пост. Es atgādinu, ka mums janvārī. Первая неделя января будет пост. Janvāra pirmā nedēļa būs gavēt. Легко поститься. Vai tas ir viegli Нет. gavēt? Nē. Но новое не всегда легче. Bet jaunais nevienmēr ir vieglāk. Согласны? Piekrītat. Поэтому, дорогие, Tāpēc, dārgie, мы новое творение. Mēs esam jauns radījums. И все будет новое. Un viss būs jauns. И этот год будет приносить что-то новое в вашу жизнь. Un šis gads atnesīs kaut ko jaunu. Возможно, новую работу. Varbūt jaunu darbu. Возможно, новых детей. Varbūt jaunus bērnus. Возможно, мужа или жену. Varbūt vīru vai Возможно, сievu. Служение новое. Varbūt jauna kalpošana. Возможно, машину новую. Varbūt mašīna. Возможно, переезд куда-то. Varbūt pārcelšanās uz kaut kur. Я не знаю. Es nezinu. Это Бог что-то для вас приготовил. И для меня, конечно. Jums kaut ko gatavo, un arī man. Римлянам 12 глава. Ромешам 12. 1-2 стих. Я заканчиваю уже. Еще раз. 1-2. 12? Romiešiem 12. Nodaļa 1. un 2. pants. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodot sevi pašu par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiešai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Знаете, когда мы покаялись, нам Бог дал все новое, кроме мозгов. Ziniet, tad, kad mēs nožēlojam grēks, Dievs mums iedod visu jaunu, izņemot smadzenes. Согласны? Мозги старые остались. Smadzenes paliek vecās. Испорченные. Sabojās. Загрязненные. Netīrs. Пошлые. Netiklas. Мозги остались те же самые. Tās smadzenes ir palikušas tās pašas. И здесь, к сожалению, в латышском языке написано, чтобы вы обновлялись духом.
Un latviski ir rakstīts. Чтобы вы обновлялись вот, савагара. Вот. Atjaunodamies savagarā. Ну, в русском языке написано, чтобы мы обновлялись мозгами. Bet krieviski rakstīts, lai mēs atjaunotos arī savam умом. Savā prātā, мыслями. Savās domās. Например, ты все время о себе думал плохо. Piemēram, tu visu laiku par sevi domā. Или все время себя жалел. Vai vienmēr žēlos. А Бог хочет, чтобы ты перестал думать о себе плохо. Bet tas kungs vēlas, lai tu pārstāji domāt par sevi slikti. И Бог это не сделает вместо тебя. Un tas kungs nedarīs to tavā vietā. Согласны? Это ja нужно ты... нам сделать. Tas ir mums jāizdara. Бог дает все новое. Tas kungs dod visu jaunu. Но это не значит, что не нужно прилагать усилий никаких. Bet tas nenozīmē, ka nevajadzēs nekādas pielietot... Пулес. Дорогие, нам все равно нужно продолжать работать и над собой, и вообще во всем. Mums ir vienalga jāturpina strādāt gan, gan par, ar sevi, gan ar, ar visu. А зачем? Kāpēc? Здесь написано, чтобы понять. Lai, te ir rakstīts, lai saprastu. Чтобы понять, нам нужно обновляться мозгами, чтобы понять. Kas ir Dieva griba? Да, что есть Божья воля, да. Kas ir Dieva griba? Вот, вот. Нам нужно обновляться своими мозгами, чтобы понять вот это. Mums ir jāatjaunojas savā prātā, lai saprastu, что Божья воля, ka Dieva griba, она хорошая. Ka tā ir laba. По-русски написано, что она благая, угодная и совершенная. Krieviski, ну, латвийски ir labs, tīkams un pilnīgs. Знаете, мы иногда не верим в это. Dažreiz mēs neticam. И живём своей жизнью. Un dzīvojam savu dzīvi. И не доверяем свою жизнь Богу. Un neusticam savu dzīvi Dievam. По одной причине. Viena iemesla dēļ. В наших мозгах до сих пор куча мусора. Jo mūsu smadzenēs joprojām ir ļoti daudz. В нашем разуме до сих пор бардак. Mūsu galvā joprojām ir bardaks. И Бог как бы говорит. Un tas kungs saka. Работайте над своим умом. Kad strādājat ar savu prātu. Чтобы поверить. Lai noticētu. Что Бог для тебя приготовил лучше. Kad Dievs tev sagatavojis kaut ko labāku. Чем ты сам. Для себя. Не как ты пац сел. Понимаете? Бог дает все новое. Tas kungs dod jaunu. Но нам нужно обновлять здесь все. Bet mums savā prātā ir viss jāatjauno. Здесь обновлять. Ir jāatjauno. Из негативных мыслей выходить в позитивные. No негативам домам jāpāriet, vismaz kā minimums jāpāriet. Сегодня мир наполнен негативными мыслями. Šodien pasaule piepildīta ar negatīvām domām. Так или не так? Vai tā ir? Сегодня мы... Šodien люди mēs cilvēki наполнены негативными мыслями. Esam piepildīti ar šīm negatīvām domām. Почему? Kāpēc? Потому что мы смотрим много негативных вещей. Jo mēs skatāmies ļoti daudz negatīvas lietas. Негативные новости. Negatīvas ziņas. Смотрим, как все плохо. Skatāmies, cik viss. Да мы знаем, что все плохо. Viss slikti. Mēs zinām, ka viss slikti. Чем ты больше смотришь в Библию, в Божье слово. Bet jo vairāk skaties Bībelē, Dieva vārdā. Здесь меняется все. Viss šeit, знаете, очищается. Prātā mainās, attīrās. Очищается. Очищается. Attīrās. Здесь очищается. Здесь очищается. Здесь всё очищается. Дорогие, читайте Библию. Lasiet Bībeli. Слушайте проповеди. Klausieties. Читайте христианские книги. Lasiet grāmatas. Я сейчас тоже читаю книгу, которую подарили нам. Es tagad lasu grāmatu, ko mums uzdāvināja. Вот я Пауле тоже дал, и Жене дал. Es Paula iedevu un Ženjam. Читайте книги. Там есть книги у нас. Tur arī ir grāmatas. Читайте Библию, книги, место всяких мусора. Lasiet Bībeles, grāmatas. Tā vietā, lai lasītu kaut kāds mēs. И тогда новое будет легче. Un tad arī jaunais būs vieglāk. Новое будет легче. Tad arī jaunais būs vieglāk. И последнее место писания. Un pēdējā rakstvieta. Откровение. Atklāsmes grāmata. 21. Глава. 21. Nodaļa. Мне очень нравятся эти стихи. Man ļoti patīk šie panti. Я уже не первый раз их здесь ставлю. Un es jau ne pirmo reizi te viņus lieku. Давайте прочитаем. Диана. 21. Nodaļa, 4. līdz 5. Uh-huh. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis. Tas, kas sēdēs goda krēslā, teica, redzi, visu, ko daru, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Здесь написано в 4 стихе прежнее прошло. 4. Pantā ir rakstīts, jo kas bijis, ir pagājis. То, что было, прошло. Kas bijis, ir pagājis. То, что было вчера, прошло. Kas ir bijis vakar, ir pagājis. То, что было год назад, прошло. Kas bija gadu atpakaļ, ir pagājis. То, что тебя в детстве когда-то обидели, прошло.
то, kad bērnībā tev ir kāds aizvainojis vai sāpinājis, viss ir pagājis, atstājies. Оставьте обиды детства. Оставшись бедным сад. До сих пор некоторые люди, им уже по 50 лет, они говорят, меня в детстве папа ремнем ударил один раз. И у меня травма детская. Un, ziniet, joprojām cilvēki pat 50 gados atceras, ka kaut kad bērnībā tēts viņam sadeva ar siksnu, un tagad viņam ir bērnības trauma. Ну, я вам серьезно говорю, оставьте это. Es jums saku nopiet, atstājiet. Возьмите новое. Paņemiet jaunu. И Бог, и здесь написано, я творю все новое. Un te ir rakstīts, es daru visu jaunu. Новое в твоей жизни. Visu jaunu tavā dzīvē. Novai не значит легче. Jauns nenozīmē vieglāk. Но новое лучше. Bet jaunais nozīmē labāk. Labāk. Primite этот год. Pieņemiet šo gadu. Как год вызова для себя, для нового. Kā izaicinājumu gadu sev. Вызов, как вызов kā, для своей жизни. Kā izaicinājumu. Izaicinājums. Возьмите, просто приготовьтесь этот год как вызов для себя. Sagatavoju šo gadu kā izaicinājumu sev. Последнее. Un pēdējais. Хочу задать вам домашнее задание. Un mājas darbs jums būs. Посмотри, что Бог сделал в твоей жизни за последний год или 5 лет. Paskaties, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē vienu gadu atpakaļ un 5 gadus atpakaļ. Или 5 лет, неважно. Ну, 1 līdz 5 gadus. То есть, может быть, 2 года, в течение 2 лет, что Бог делал. Varbūt 2 gadu laikā. Что изменилось? Kas ir mainījies? Запиши это в свой молитвенный дневник. И ты увидишь, сколько Бог много сделал. Un tu ieraudzies, cik daudz Dievs ir darījis. Я не буду спрашивать домашнее задание у вас, это для вас. Es neatprasīšu. Оценок не будет. Atzīmes nelikšu. Да. Tas paliks jums. Это для вас, чтобы вы просто посмотрели, что Бог делал в вашей жизни. Tas ir jums, lai jūs padomātu un apkopotu to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. И вы увидите, как много Бог делает. Un jūs sapratīsiet, cik daudz Dievs ir darījis. Знаете, этот год будет вызовом. Un, ziniet, šis gads būs izaicinājums. Для нового. Jaunam. И в 2022 году, в следующем году, в декабре. Un 22. Gadā, decembrī. Вы посмотрите, как много Бог сделал в вашей жизни. Jūs redzēsiet, cik daudz Dievs būs darījis. Но продолжайте быть добрыми. Bet turpiniet būt labi. Честными. Godīgi. Послушными. Paklausīgi. Трудолюбивыми. Strādīgi. И внимательными. Uzmanīgi. Продолжайте служить Господу. Турпинет калпотам кунгам. Не оставляйте Господа. Не отстаю эту кунгу. И вы увидите что-то новое в своей жизни. У него сразу я родился калпко я он повторюсь. Новое лучше не значит легче. Я у нас и лабакс, бет не веглакс. Знаете, когда рождаются дети в семью? Как пьетинс бэрн димене. Это прекрасно. Это сибринщи. Но не легче. Бет веглак, но та не. Но не легче. Веглак. Это прекрасно. Tas ir brīnišķīgi, bet nevieglāk. Внуки это прекрасно и легче. Mazbērni, tas ir brīnišķīgi un vieglāk. Paņēņčelsi, надоело, вернул. Paauklēji un atgriezi. Надоело, когда надоело. Un kad apnīk, tad apnīk. Правда? Бабушкам хорошо. Они свои уже отнянчили. Viņi savus jau ir хорошо. Atklējušas. Jā. Хорошо, дорогие. Я желаю всем вам. Es novēlu jums visiem. В новом году. Jaunajā gadā. Принять этот вызов в свою жизнь. Пеням, что изъяснаем сова дзиве. О новом. Парьяун. Давайте помолимся. Луксим.